Наркополицейские провели в июле несколько успешных операций. 150 граммов героина с помощью служебной собаки было обнаружено в одном из районов Иваново. Кроме этого, 10 июля был задержан гражданин Узбекистана, который хотел провести на территории Украины гашиш. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.